Майкл, я тут разместился в твоих апартаментах. Гленфилд сказал, что найдет тебе другую комнату. Забери свои вещи, будь добр. Удалось что-нибудь выяснить? Да, вампиры действительно не болеют. Насморк не в счет. Отлично, я так и думал. Слушай, я пригляделся к дворецкому. Мне кажется, это тот человек, который нам нужен. Да, Гленфилд стопроцентный вампир. Сейчас он принесет мои сумки. Попытайся с ним договориться. Объясни ситуацию, как ты умеешь. Постараюсь. Здравствуйте, Гленфилд. Здравствуйте, сэр. Гленфилд, у нас с вами были разногласия, но давайте оставим их в прошлом. Да, сэр. У меня к вам достаточно деликатная просьба. К сожалению, я смогу быть к вашим услугам немного позже, сэр. Сейчас мне надо отнести багаж мистера Роквелла в кладовую. Ладно, пока сложу свои вещи.
я вас слушаю, сэр. Понимаете, Гленфилд, мистер Роквелл с детства мечтал стать вампиром, и только вы можете ему помочь. Впервые слышу от посетителей замка подобную просьбу. Сосать кровь – это его призвание, честное слово. Мистер Роквелл очень состоятельный и щедрый человек. Сделать человека вампиром не так просто. Открою вам секрет, мистер Кристенсен. Чтобы укушенный стал вампиром, у него должна быть одна с вампиром группа крови. А если группы крови разные? Тогда жертва умирает либо от заражения крови, либо от ее потери. Спасибо, Гленфилд. Ну, как? Возникли осложнения, мистер Роквелл. Ничего не желаю слышать об осложнениях. Ладно, рассказывай. Чтобы вы стали вампиром, у вас и у вампира должна быть одна группа крови, иначе вы умрете в страшных мучениях. Черт подери. Моя группа крови должна быть на диагнозе. Он где-то здесь. Найди его скорей. Похоже, здесь ее нет. Нет? Но ничего. Я вызвал свою медсестру на всякий случай. Ее зовут Лора. Группу крови она определить сможет. Только имею в виду, про вампиров она ничего не должна знать. Вы медсестра Лора?
Да, мистер Роквелл сказал, что вам надо помочь. Отлично. Надо выяснить группу крови некоторых обитателей замка. Это просто. Я захватила все необходимое на первый случай, как и просили. Сейчас сложу все в саквояж и начнем. Вы знаете группу крови мистера Роквелла? Нет, я не помню. Тогда первым пациентом будет сам мистер Роквелл. Хорошо, приступим. Как идет работа? Я слышала, приехал твой босс. Ага, и теперь моя работа поменяла направление. Не поверишь, но мне нужно взять у местных жителей кровь на анализ. Например, у твоего отца. Это тебе зачем? Понимаешь, мой босс решил стать вампиром, чтобы не умереть. Поэтому мне надо найти вампира с его группой крови, с четвертой. Хорошо, я помогу тебе. Но сначала ты должен собрать волшебный пасьянс. Thank you.
молодец. Ты мог бы профессионально играть в карты. Можешь взять кровь на анализ у меня. Но мне нужна кровь вампира. Обижаете, сударь. Давно хотела узнать свою группу крови. Но что-то в ней необычное. Что необычное? Она выглядит как кровь мертвеца. Смеешься? Тебе показалось. Жди меня здесь, а я найду других пациентов. Мария, у меня к тебе деликатная просьба. Я одна, а народу с просьбами много. По очереди, пожалуйста. Сначала мне надо собрать все барахло для Гленфилда. Что за барахло? В замке стало много гостей. Гленфилд велел принести все столовые приборы, которые у нас есть. Ha 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 ha!
вроде это все. Теперь надо найти коробку, иначе мне их не утащить. Эта коробка подойдет. Можешь складывать сюда приборы. Спасибо за помощь. Раз уж ты сегодня такой добрый, может, поможешь мне и вина набрать? Мне нужно по бутылке красного и белого вина. Ну ладно, только потом моя просьба. Thank you.
спасибо. Впрочем, я знаю, зачем ты так стараешься. Тогда ты можешь мне помочь? У меня вторая по крови. Тогда не можешь. Эх, жаль. Я была бы добра, не против работы. А какая нужна? Четвертая. Что, удачи в поисках. Ты вообще когда-нибудь играл в гольф? Про правила знаю, но мне не хватает практики. Папа все время жалуется, что ему не с кем играть. Покажи, что ты умеешь. Мне вопрос.
Новичка, ты играешь неплохо, хотя до папы тебе далеко. Значит, этим я его не удивлю? Не расстраивайся. Есть еще одна вещь, которая может задобрить моего отца. Он планирует новое поле для гольфа, но это у него не очень-то получается. Сегодня он снова пытался поправить старый план, но у него ничего не вышло, и он ужасно разозлился. Ну-ка, давай посмотрим. Что он делает у нас во дворе? Здравствуйте, сэр. Я как раз помогал Эллен прибрать снаряжение для гольфа. Вон отсюда! Сэр, у меня к вам есть деловое предложение. Еще одно слово, и я за себя не ручаюсь. Выслушайте меня. Все, я наслушался. Папа, когда же ты научишься контролировать себя? Надо сосредоточиться. Thank you.
наконец-то я вас нашел. Меня чуть не убил лесник Брэндон. Да, Брэндон совсем разбушевался. Угрожает девушке, медсестре. Мы даже не знаем, что и делать. Как его можно утихомирить? Есть одна вещь, которую он не любит. В детстве его укусил большой желтый паук. С тех пор он не переносит вида желтых пауков. Превосходно, чердак кишит пауками. Вы не боитесь пауков, Гленфилд? Может, поохотимся вместе? Сэр, берите пауков и быстрее в котельную. Майкл, наконец-то! Как ты, Лора? С тобой все в порядке? Этот лесник совсем сумасшедший. Он меня связал. А он тебя не кусал? У него что, еще и бешенство? Нет, он меня не кусал. Ладно, сейчас найду что-нибудь острое и освобожу тебя. Thank you.
спасибо. Брэндон, наверное, скоро придет. Надо подготовить ему встречу. Каким образом? В детстве его укусил большой желтый паук. Посмотрим, что он сделает, когда увидит сразу двух больших желтых пауков. Паучки-то действуют. Пока он тихий, возьмем кровь на анализ. Третья группа. Опять не повезло. Пойдем отсюда, пока он не очухался.